Переходим на летнее время. На час вперед следует перевести стрелки часов в ночь на 27 марта. На мобильных устройствах это происходит автоматически. Напомню, систему перевода на летнее и зимнее время ввели, чтобы сохранить электроэнергию и продлить световой день. Для этого весной стрелки переводят на час вперед, а осенью на час назад.